Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Ford Ranger 2007 года выпуска, 2.5 турбодизель, механика, полный привод. Пробег на автомобиле 198 тысяч километров. Заменю сегодня на нем передний левый подшипник передней левой ступицы. Сначала начал подгуживать, потом начал грохотать, ну и сейчас болтается колесо. Поднимаю автомобиль, снимаю левое колесо и снимаем левую цапфу. Буду надеяться, что торсион не придется ослаблять, но если придется, то ослаблю торсион. Вот так ведет себя колесо. Вместе со ступицей все ходуном ходит. Снимаю скобу с тормозного шланга. Также откручиваю сам кронштейн, головка на 12. Ух ты, прикипел. Откручиваем датчик АБС. На датчике головка тоже на 12. И вытаскиваем его, если повезет. Откручу рулевой наконечник, чтобы мне удобнее к датчику было подбираться. Вот теперь каким-то образом расшатываю и вытаскиваю на датчик. Забрызгаю, подожду, пока оно откисает, сниму суппорт. Снизу болт видно на 19, такой же болт сверху.
Немножко отожму его отверткой. На диске есть выработка, чтобы у меня колодки через эту выработку прошли. И подвешиваю его. Снимаю тормозной диск. И собираю все обратно. Не открутил гайку привода. Накидал все обратно. Фиксирую снизу через вентиляцию отверткой. Головка на 36. Привод выходит хорошо. Ну а теперь скидываю все обратно. Что там с датчиком? Снять его надо целым. Раз у нас зашевелилось, значит я ее сниму. Так пока не хочет. Thank you.
Все, снял. Ох, сколько тут. Ёжик какой. Почищу, смажу и поставлю. Датчик целый. Теперь откручиваю верхнюю шаровую. Верхнюю шаровую я с пальца откручу, а вот нижнюю шаровую я, помимо того, что гайку откручу, я откручу 4 болта, потому что нам привод не даст снять шаровую. Хотя, никто же нам не мешает попробовать. Откручиваю гайки. Открутил я шаровую. Верхнюю я выкрутить не смог. Палец стал прокручиваться, зажать ее не могу. Открутил от рычага. Нижнюю шаровую тоже открутил. Пробую. О! Отлично. Отлично. Нижнюю шаровую получилось не снимать. Осталась она на месте. Здесь грязи под сальником. Сальник давно уже пришел в негодность. Вот это все грязь. Здесь сейчас помою, почищу. Я ставлю так. Сбиваем подшипник. То есть сначала ступицу, а потом подшипник. Положил картон, когда ступица слетит, чтобы шпильки не повредить. Беру подходящую по диаметру оправку. В данном случае я головку на 32 подлом взял. Поднимаю. Неудобно. Одной рукой на весу держим цапфу и кувалдой выбиваем. Ступица пошла. Тяжелая. Ролики от подшипника все изжеваны. Снимаем стопорное кольцо. Перед этим его осадим. Что значит осадим? Я его смажу по кругу и отверточкой, молоточком как бы стяну с посадочного, чтобы он заходил у нас. А теперь берем круглогубцы. Все, стопор щеткой по металлу почищу. И здесь, что удобно, подшипник у нас запрессовывается. Выпрессовывается наружу и запрессовывается снаружи. Здесь удобнее оправку поставить. Ну, выбивать я его буду так же, как и ступицу выбивал. Я не буду его выпрессовывать. Хотя сейчас, наверное,
Если подберу подходящую оправку, я его выплюсую. Не смог я в своем прессе выдавить подшипник. Не хватает у него мощей. Поэтому поехал к ребятам, выдавил старый, запрессовал новый. Новый фирмы Zekert взяли. Другого по наличию не было, все на заказ. Развалилось-то вчера. RL1485. В комплекте идет новый подшипник, новый сальник, гайка на привод и стопор. Поэтому старый стопор чистить не надо. Ставлю на место сальник. По диаметру подобрал подшипник. И аккуратненько осаживаю. Все, звук поменялся. Сальник сидит на месте. Ставлю стопорное кольцо. Все, кольцо у нас расщелкнулось. Ну, теперь срезаю со ступицы обойму и запрессовываем ступицу. Отрезаю и дистанционное кольцо, и саму втулку. Маленько
чиркнул. Ступица толстая, ничего страшного. А подшипник на ней уже менялся. Не знаю, что за подшипник стоит. Маркировки не видно. Вот я чиркнул маленько, вот зубилом били. А, и зубилом били, и чиркнуто тоже, и здесь били. Такое впечатление, что подшипник менялся уже не один раз. Идем запрессовываем. Смазываю силиконом ступицу. Подшипник немножко смажу. И ставлю упор во внутреннюю обойму. Все, ступица у нас сидит на месте. Идем устанавливаем. Почистил маленько коронку под АБС. Смазываю резьбу на шаровой. И смазываю шлицевую на приводе. Наживляю гайку шаровой нижней. И наживляю гайку привода. Теперь поджимаю гидростойкой рычаг. Шаровую нижнюю докручу. Thank you.
смазал резьбу. А теперь вставляю трубу и нажимаю верхний рычаг. И еще на что обратил внимание, с диском, даже не диском, а резиной цепляет край колеса. Либо резина широкая, либо диски не подходят. Нужно ставить проставки, хозяину скажу. Все, шаровую прикрутил. Отпускаю стойку. Еще немножко ступицу, грязь собью, эти окалы, также тормозной диск. Чуть почистил внутри. Смажу посадочное. Ставлю тормозной диск и ставлю на место суппорт. Смазываю болты. И наживляю. Суппорт наживил, затягиваю. Затянул суппорт. Также прикрутил кронштейн шланга тормозного и вставляю на место стопор.
А вот теперь можно поставить датчик АБС. Само гнездо я почистил. Протираю датчик. И немножко смажу его. Чтобы при следующем демонтаже он легко снимался. Кто будет, если этим заниматься уже? У человека проблем с его постановкой и снятием не будет. Смазываю болтик и прикручиваю. Прикручиваю наконечник. Резьбу смазал. Затягиваю. Все, наконечник затянул. Теперь фиксирую отверткой и затягиваю гайку привода. Гайка чуть-чуть поменьше, где-то на 34. Ставлю колесо на место. И на этом все. Замену подшипника передней ступицы я закончил. Всего вам доброго.